Для создания этой выставки самарские художники Яна Арбузова и Родион Горьковатый использовали материал, который вызывает у самих художников сложные чувства – пластик. Художница Яна Арбузова рассказывает, сейчас его становится так много, что он вполне может послужить материалом для инсталляции. Конструкции из пластика представили в музее модерна на выставке «Материя». Материя – это что-то очень неоднородное, неисчерпаемое, постоянно в движении. Это не сформировавшийся еще в нашем привычном пониманию предмет, это еще в таком движении масса. С пластиком я всегда работала, это просто мой любимый материал, в котором я вижу и рост, и красоту, и испытываю к нему очень противоречивые постоянно чувства. Перед зрителями предстают образы материи, какой ее видят художники. Выставка – возможность погрузиться в их внутренний мир. На ответ, что такое материя, мы дать так просто не можем. Это довольно сложное философское понятие. И мы решили сделать выставку вот об этом, чтобы как-то прояснить, чтобы это сделать как-то более понятным или даже непонятным. Ну и нам интересно, как это в искусстве проявляется, как это реализуется, как это осмысляется. Выставка очень интересная, неоднозначная, и у меня какое-то новое видение вообще материи как таковой. Нет какой-то градации, как материя плохая, там темная, светлая, а то, что она может быть единая, и в ней везде есть место творчеству. Выставка «Материя» продлится до 1 августа. Полина Чулюкова, Константин Головин. События.